В Башкортостане планируют открыть межрегиональный учебный центр подготовки госслужащих по работе с инвесторами. Предварительная договоренность достигнута сегодня в Уфе на выездном совещании Министерства экономического развития России. По словам представителя федерального министерства, чиновники зачастую не обладают необходимым объемом знаний для работы с инвесторами. Во многом из-за этого регионы теряют возможность привлекать частные средства. Как вы относитесь к тому, если мы на территории Уфы откроем, может быть, временно некий учебно-методический центр по подготовке муниципальных служащих, государственных служащих, по работе с частными инвестициями? Всю методологическую поддержку, материалы мы готовы обеспечить. Мне кажется, если мы поставим для себя определенную цель, там, обучить, например, 5000 человек из разных регионов страны, то результативность общей работы, она будет гораздо выше. По крайней мере. Власти Башкортостана идею поддержали. По словам вице-премьера регионального правительства Евгения Гурьева, в ряде муниципалитетов республики привлечение инвестиций – вопрос не только развития, а выживания. Инвестиции, наверное, самая важная часть в развитии любого региона. Поэтому мы рады, что при обсуждении данного вопроса здесь присутствуют депутаты Государственной Думы Российской Федерации и депутаты Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, и представители деловых сообществ, и самое главное, те самые инвесторы, которые готовы вкладывать в регионы Российской Федерации, муниципальные образования, для которых тоже вопросы инвестиций – это вопросы где-то выживания, где-то дальнейшего развития. По мнению экспертов, инвестиционная активность в регионах сегодня крайне низкая. Одна из причин – власти не умеют вести диалог с бизнесом. Оценивать регионы федеральный центр теперь будет и по так называемым упущенным инвестициям. Их объем легко подсчитать по тому, сколько инвестпроектов заявлялись, а сколько были реализованы, отметили в Минэкономразвитии России.